Сегодня в меню – вафли на молоке в электровафельнице. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйцо – 1 штука. Мука – 125 грамм. Сахар – 0,5 стакана. Сода – 0,5 чайных ложки. Молоко – 100 мл. Масло сливочное – 30 грамм. Вафли готовятся на молоке, однако если у вас его нет по какой-то из причин, тогда смело используйте для этой цели сметану или кефир. Подавайте готовые вафли с вареньем и сметаной. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Всыпьте сахар в миску и вбейте яйцо. Все перемешайте и влейте молоко. Затем влейте растопленное масло. Добавьте муку. Хорошо перемешайте тесто. Выложите по ложке тесто на каждую половину разогретой вафельницы. Жарьте вафли 1 минуту. Выложите их на блюдо и подавайте к столу. По данному рецепту получаются очень мягкие и вкусные вафли. Готовить их легко и довольно быстро. Поэтому, если к вам нежданно нагрянули гости, можете их смело побаловать данной вкуснятиной. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!